понедельник. Ты в конце концов найди себе кого-нибудь. Женись-то, ёлы-палы. Вот сколько живу, всем нужны только мои деньги. Пока ты молод и богат, кажется, что деньги решают все. Хотите, я наспор охмурю 5 баб за неделю и подам с ними заявление в ЗАГС. А потом сообщу, что денег у меня нет. А я согласен. Договорились. На щедрое наследство обязательно найдутся ушлые претендентки. Знакомься, это Ксю. Выходите за меня замуж. Я согласна. Будьте моей женой. Куда же вы? За паспортом. Я жениться на тебя хочу. Че, правда? Все идет гладко, и от желающих удачно выйти замуж нет отбоя. Ты теперь нищий и свободный. Я не понимаю, как это нищий? Кирилл, в чем дело? Я разорен. Но где-то рядом есть та, для которой не важны миллионы. Вот Альфонс, на моих глазах уже второй охмуряет. Я видел вас сегодня во сне. Если вы из чего-то вдруг решили, что нашли в моем лице очередную жертву, то вы глубоко заблуждаетесь. Как развести миллионера? В понедельник на ТВ Рус.